Маргарита Черемицына работает дворником в местном КСК. Как обычно, в 9 часу утра женщина расчищала подъезды от снега. Говорит, подойдя к очередному подъезду, внезапно за спиной услышала сильный грохот. Ну, я тут убирала, и что-то рухнуло сверху. Ну, думаю, пакет, что ли, здоровый бросили. Потом начала она, вроде как, я подошла, и начала она это кричать, ну, стонать. На крики о помощи быстро сбежались соседи и прохожие. По словам очевидцев, 14-летняя школьница выпала из окна 5-го этажа. Девочка была одета в зимний пуховик, видимо, собиралась в школу. Пострадавшему ребенку из подъезда выбежала старшая сестра. Молодая женщина выскочила, начала ее тянуть. Ну, мы тут предупредили ее, чтобы не тянули, мало ли там перелом там или еще что. Вот, вызвали тут и скорую. Спустя 20 минут приехала карета скорой помощи. Школьницы вели обезболивающие и в тяжелом состоянии увезли в больницу. По словам медиков, обследование показало, что у девушки перелом таза и сотрясение мозга. Выявлено повреждение со стороны костной системы. Пациент доставлен в реанимацию. По факту того, что имеется явление шока, в настоящее время находится в реанимационном отделении, где проводятся противошоковые мероприятия. Проведено исследование для исключения внутрибрюшного кровотечения. На данный момент кровотечения нет. Сейчас состояние девушки медики оценивают как тяжелое. Была ли это попытка суицида или просто несчастный случай, пока сказать точно не может никто. Разбираться в этом будут уже полицейские. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.